Всем привет, дорогие друзья-подписчики, также гости этого канала. Приветствую вас! Сегодня хотелось бы вам рассказать о такой актрисе, которую зовут Екатерина Шпица. Все ее знают прекрасно. Екатерина Анатольевна Шпица родилась 29 октября 1985 года в Перми. Она российская актриса театра и кино. Мама Екатерины Галина Федоровна – юрист и адвокат по уголовным делам. Папа Екатерины Шпицы Анатолий Васильевич – шахтер. Далее он начал свой бизнес по изготовлению мебели. До 13 лет Катя жила в Инте, Республика Коми. Затем семья переехала в город Пермь. Там она училась в школе с уклоном французского языка. Номер 2. О своем детстве Катя рассказывала: «Я занималась активной творческой деятельностью, играла главные роли в утренниках, всегда участвовала в конкурсах читов. По рассказам мамы, я еще в двухлетнем возрасте веселила их взрослую компанию разными небылицами, которых сочиняла на ходу, обо всем подряд, а потом в красках рассказывала». У бабушки на Украине в селе Стецовка Черкасской области в школьные годы я проводила все летние каникулы. Я любила печь частушки с соседками, когда собирались посиделки, и участвовать в сельских праздниках. В общем, все признаки творческой натуры были налицо с детства, но, как ни странно, я не помню, чтоб мои родные пророчили мне актерское будущее. Артисткой, конечно, в шутку меня называли. Но никто, даже я сама, тогда и не думали, что я выберу эту профессию, вспоминала Екатерина Шпица. В 1998 году Екатерина поступила в театр-студию «Кот», город Пермь. Будущая ученица 10 класса, Катя победила в конкурсе красоты, судьями которого были музыканты всем известной группы «Скорпионс». Затем познакомилась с фотографом, который отбирал модели для работы в Перми. Она не смогла стать моделью из-за своего низкого роста. На выпускном вечере Катя познакомилась с шоуменом, непосредственно проводившим мероприятие. Он и пригласил ее работать танцовщицей в один из клубов города. Катя окончила Пермский институт культуры, факультет искусств актерское отделение, а также работала в Пермском камерном театре «Новая драма». С 2005 года в Москве участвовала в кастинге одного из модельных агентств и удачно его прошла. Некоторое время работала в агентстве моделью-танцовщицей, после чего она устроилась в продюсерскую компанию к Юрию Чернавскому. Там она работала хореографом-репетитором, а также репетитором английского языка и певицей. Далее, благодаря знакомству с менеджером студии, сыграла в музыкальной комедии «Адам и превращение Евы». Позже снялась в картине «Принцесса цирка». В 2007-2009 годах Катя сыграла много ролей в сериалах, таких как «Синие ночи», «Сваха», «Легенды колдовской любви». Но настоящая популярность и всеобщая известность к Екатерине пришла после роли в сериале «Катя», где она и сыграла главную роль. Через год она снималась в сериале «Москва. Центральный округ 3». Далее были фильмы «У каждого своя война», «Правила маскарада», «Застывшие депеши», «Адвокатессы» и «Огни притона». В 2016 году на экраны вышел фильм «Экипаж», в котором Катя сыграла роль стюардессы, а в 2017 исполнила главные роли в фильме «Графомафия» и «Актриса». Катя работает в Московском государственном музыкальном театре национального искусства под руководством Владимира Назарова, а также сотрудничает с товариществом вольных артистов. В сентябре 2013 года Екатерина составила пару на телешоу «Ледниковый период» с Максимом Ставицким. По окончании 9 этапа пара получила приз зрительских симпатий. Рост Екатерины Шпицы 158 сантиметров. Личная жизнь. О личной жизни Екатерины известно немного, только известно то, что с 2010 года Катя была замужем за актером и каскадером Константином Адаевым. У пары 25 февраля 2012 года родился сыночек, которого назвали Герман. Затем эта пара развелась. По каким причинам, неизвестно. Далее у нее был роман с режиссером Мариусом Вайсбергом. Они познакомились в 2014 году на премьере фильма «8 новых свиданий». Но в августе 2015 года эта пара почему-то рассталась.
Далее у нее были отношения с фитнес-тренером Русланом Пановым. Со своим возлюбленным Екатерина познакомилась в фитнес-клубе. А в октябре 2018 года стало известно, что пара все-таки решила пожениться. Руслан старше Екатерины на 3 года и сделал ей предложение руки и сердца прямо на сцене после спектакля, где играла Екатерина. Пожелаем этой прекрасной, молодой, красивой актрисе, а также талантливой, много новых интересных новых ролей, а также достижения всех намеченных вершин. Пусть у Катюши все сложится как в карьере, так и в личной жизни на отлично. Еще, мои дорогие, хотелось бы вам прорекламировать новый канал, ссылку которого я оставлю под видео в описании. Канал называется «Звездная жизнь инфо». Как вы догадались по названию, на этом канале все о жизни звезд, музыкантов и других деятелей шоу-бизнеса. В общем, все, что вам может понравиться. Канал еще молодой и только начинает первые шаги в этом направлении. Вот поэтому я вас и прошу, подпишитесь и поддержите этот молодой канал. Помогите его развитию, ведь подписка вас совершенно ни к чему не обязывает, а канал будет успешно развиваться благодаря вашей подписке, вашим лайкам. Всем большое спасибо за внимание. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, потому что впереди еще много нового и интересного. А также подписка вас совершенно ни к чему не обязывает. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А я вам всем желаю здоровья, счастья, добра и мира. Всего самого-самого наилучшего. Берегите себя и своих близких. До новых роликов, до новых встреч и всем пока-пока!